Всем привет, ребят, всем доброго времени суток, всем трям. Не забудь прожать палец вверх или вниз и оставить комментарий. Это очень важно для продвижения и развития канала. Всем большое спасибо и молодцы, кто прожимает пальцы. Хорошего просмотра. Я обычно так в отпуске только делаю. Чигабуга, скорее всего, сваливает какой-то онлайн. Я не знаю, какая из стран, но какая-то из стран сваливает, и начинаются просадки по поиску лобби. Опа. Уже бегает. Здорово, Антон. Спасибо большое, тебе тоже хорошего понедельника и начала недели. А так я, блин, причину эту объяснить не могу. Ну, типа, хз, почему так вот за маны ищет. А у нас беляс, что ли? Или бубочек тут у нас? Порчи нету. Ипотека, кредит, теперь ипотеку не надо, давайте. Давайте это пропустим. И он обратно возвращается. Челики сняли, и ман обратно подходит. Не, я когда в отпуске, если куда-то уезжаю, то у меня там тоже часиков 8-9 начинается утро. И где-то в 10 уже пивас. Ой. Ой-ой-ой, нашел. Да-да-да-да, попал. Тихо. Веди себя хорошо, дядя. Блять, мне показалось, здесь палета где-то была. Я слепой, Довин. Давай, сука, давай! Это было жестко. Но он сейчас меня положит. Да, с молотушки своей. Я нифига не меняюсь, в смысле? В каком плане нифига не меняюсь? А, в этом плане. Это да. Бежал к гейнику, прибежал к маньяку. Ну ничего, побегали. Тоже неплохо. Спасибо. Вот так там сломать. Блин, была бы у меня воля, поставил бы волю. Надо хил поставить вместо часиков, наверное. Маньяки вроденькие, пидорасты попадаются такие нормальные. А где он его положил? Спасибо. Они и без твич футболки могут это взять. Где он, блин? А, вот. Ай, блядь, не получилось, сука!
Рано выбежал. Он бы меня пропустил прям, рили. О, счастливчик, здорово. Пупскек старов. Пацаны, похильте, пацаны! А то что-то стрёмно против Бубаса, блин, без хила бегать. Он с пилы не достает, а вот молотком нормально так пинает. О, нормас. И сейчас этот еще заведем. На выборы ходил, два арбуза дали. А у нас, кстати, нету выборов. По всей России, блин, выбора, а у нас нету. Так, даю генер. Ой, загорелся, наед загорелся. Охренительно просто. Сейчас мы ему пообломаем наедик-то, сука. Держитесь, пацаны. Зынь! Мазафака. Так, Кирилл здесь? Окей, отлично. Все, валим тогда. Бля, вот капец, выползут. Вроде выползли. Да, все уползли нормально.